Главный тренер футбольного клуба «Фаворит» ВДК Валерий Вячеславович Есипов. Валерий Вячеславович, ваше впечатление от сегодняшнего дня? Ну, начало было неплохое, я скажу. Играли хорошо, я думаю, первые 15-20 минут. Был хороший, неплохой контроль мяча, но как-то робко. Робко, такое ощущение, что команда побоялась, команда, которая идет на первом месте. Я думаю, из этого пошли проблемы. Думаю, что до забитого гола, у нас проблем не было с командой, которая идет на первом месте в Евпатории. После ошибки, которую мы разбирали еще до игры, совершил защитник 1-0. Но я думаю, 1-0 это тоже не проигрыш. Второй тайм также мы начали вроде бы неплохо. Но опять же, второй пропущенный гол, в принципе, поставил точку. Команда не собралась для того, чтобы хотя бы попытаться отыграть. Но в целом, если брать объективно, конечно, Евпатория более сбалансированная, более качественными игроками. Но это не дает права команде КАФа так играть. Ничего страшного, это опять очередная наша, игра, ради которой мы рассмотрим, подготовимся к следующей игре. Я думаю, проигрыш тоже дает шаг вперед. Скажите, пожалуйста, вы человек новый в Крымском футбольном союзе, в нашем чемпионате. Когда поступило приглашение из Феодосии, на что обращали внимание, когда рассматривали его? Я просто посмотрел команду, понимаю, что внизу. Ну, вы знаете, что работать всегда приятно, вне зависимости, где и как. Новый чемпионат, это для себя это новый толчок, новое открытие. Я с удовольствием поехал. Много изменений за эту паузу случилось в составе КАФы. Вы уже подбирали этот состав игроков? Ну, давайте скажем так, мы пришли ровно за первый контроль на ряды 30-го, но всего было в команде 7 человек. И игроки, вы сами понимаете, за этот промежуток времени сбалансировать и собрать команды, подготовить ее физически и тактически, практически невозможно, если быть. Мы сейчас играем чемпионат и заодно еще балансируем команду, потому что очень много проблем. Не хватает игроков. Но я думаю, в ближайшее время, я все-таки думаю, перед Росокеаном мы уже выйдем той командой, которой мы хотим быть. Команда у вас очень молодая, поэтому есть надежда, что вы работаете как на перспективу, то есть уже на следующий чемпионат? Ну, естественно. Мы должны понимать, что молодые игроки, им надо тоже обыграться, потому что мы играем с командой, которая более уже зрелая, сыгранная, им тяжело. Ну, я думаю, все через это проходили. Я думаю, и мы не исключение.